Казалось, было холодно цветам, и от росы они слегка поблекли. Зарю, что шла по травам и кустам, обшарили немецкие бинокли. 41-й он был жестоким, чтобы вражеский смять размах. Шли мальчишки, зажав винтовки в неумелых еще руках. Враг боится песни больше, чем огнестрельного оружия, потому что боец с песней на устах будет сражаться до последнего вздоха. Песни пели повсюду, и в партизанских отрядах Белоруссии и Украины, и в тылу, и в осажденном Ленинграде, и под Москвой.
Песни, как люди, имеют свою биографию, свою судьбу. Песни «Синий платочек» и «Огонек» облетели весь мир. Порой именно такие песни согревали души солдат в самую трудную минуту, поддерживали их боевой дух на этой страшной войне.